Добрый день, дорогие друзья, мы находимся в Крыму. Мы сейчас сделаем с вами обзорчик на Лимон столовое бистро. Адрес этого места — проспект Айвазовского, 2А. Здесь у них разнообразные напитки и, кстати, требуется на работу. По ценникам на входе нам понравилось. То есть, допустим, борщ 60, гороховый суп 60, лапша также, окрошка 95, солянка 110, подман 115, сырный суп 110 мм. И гречка 55, рис 65, макароны 65, пирог 65, ребята, курина 70, дина, курина 95, компот 5, каркаде 25. То есть ценник выглядит прям офигенно. Я уже здесь ел, но зимой. Посмотрим, как здесь сейчас будет именно в этот промежуток времени, то есть сезон, что почему стоит. Но, в принципе, цены, я смотрю, что такие же. Есть кондиционеры, тут довольно-таки прохладно по сравнению с улицей. На каждом подносе лишь такая бумажечка. Тоже удобно, хорошо. И идем дальше, ребятки. Можете увидеть соки, салатики. О, я, наверное, сегодня буду шиковать. Съедим мой любимый салат. Я буду как кардашечку давно, как говорится, не испытывал счастья и радости от них. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вкусного посоветуете? На первое будешь? Я на борщик буду на первом. Да, конечно, пускай будет. Клиника вот тут так же сама, как и на входе. И так же написано. А что на второе? А давайте пюреху. Отбивная курина у вас там была написана как бы. Вкусняшки, куриная отбивная, пекарня. А это уже мой борщ готовый стоит. Не, каркаде взяли, спасибо. Рыбка красивая. Здравствуйте. Здравствуйте. Все у вас? Ну вот, то, что положили, еще пюре, это отбивная, да. И с этой стороны тоже на ценники посмотреть. Готов? 305, карты наличные? По телефону. Что-то, а, все, хорошо. Еще один. Спасибо. Стоптики. Вот такие вот красивые блюда. Ну и пойдемте покушаем. Винегрет 45 рублей, борщ 60, картофельное пюре 65, отбивная курина 95, как и обещали, каркаде 25, сметана 15 рублей, 305 рублей. Ребят, ну я честно, я очень удивлен, потому что порции довольно-таки большие, и мы едим в центре города на набережной, чтобы вы понимали, то есть это да ну нафиг. Смотрим, что у Павла. Приговор 300, у них сейчас стандартный чек, 305 рублей. Лагман 115, каркаде 25, кетчуп 15, фри стоимостью 75, офигеть, прям много фри. Котлета куриная в натуре 75, выглядит это все. Единственное, смотрите, могу сразу сказать, по-моему, лагман с картофелем, это для удешевления блюда идет, но это особенность. Павел у нас первый пробует лагманчик, то есть лапша не ручная, покупная картофель. Нет, не покупная. Нет, это не ручная вообще. Ну это не покупка, да нет, Юра, мне кажется, да? Да, не ручная вообще. Но ручную ты всегда узнаешь тысячи. Я прям, когда я ее сам делал, вкус как? У нас вообще, вот на наши тело лагманы не похож. Да? Что-то вот добавили, но вкусно. Вкусно? Тебе нравится? Да. Все, самое главное, чтобы тебе понравилось. Там, наверное, трава какая-то что-то вот. А, базилик, мне кажется. Может быть, я не буду спорить. То есть борщ, я могу сказать, что ну, прям буквально очень густой. Можно сказать, чтобы ложка тут стояла. Мяска в борще я пока не вижу. И аромат прям реально как у борща настоящего, честно. Попробуем первую ложечку. Реально свекольный вкус есть и цвет хороший. За борщ однозначно лайк. Так, в целом, как тебе лагман? Очень вкусный. Там же вот бадьян или этот вроде добавляли. Очень, прям вкус классный. Здесь я могу сказать, что борщик, ребята, я съел горячий, восхитительный, вкусно, с перчиком болгарским. Нетрадиционный, конечно, рецепт, но вкус и свеклы. Я в восторге. Давно не ел такого вкусного борща. Я не знаю никого с этого кафе, поверьте. Котлетка за 75 рублей, куриная котлета. Даже маслица какое-то есть. Давай, вкусай. Хорошая, сочная прям. Я пробую пюрешку сначала. Ну, пюре нормальное, картофельное. Я просто говорил, что бывает иногда растворимое, которое продают. Вроде бы хорошее пюре. Куриная отбивная. Я, знаешь, когда увидел цены, думал, за 100 грамм там указано, как, знаешь, сейчас у нас там. Я уже приготовил 1000 рублей, думаю, сейчас купить. Пробуем. Восхитительно. Хорошо. Как мама делает, слушай, я тебе хочу. И самое главное, мой любимый винегрет. Я сегодня съел, кто смотрит меня давно, знает, что это мое любимое блюдо. Не, ребят, тут повару однозначный лайк. Винегрет — идеально сваренные овощи, как в ресторане. Отвечаю, просто очень вкусно. Показательно, мы сегодня на заправке с Пашей купили по кофе и купили по хот-догу. Хот-дог стоил 235, кофе 228. То есть поели на 1500, здесь на 300 рублей. Как вам разница? Минус. В заведении нет Wi-Fi. Это единственное. Я хочу поднять свой каркаде за повара.
который тут готовит. Вы восхитительный человек. Просто все великолепно в вкусовых характеристиках. Очень вкусно. Павел, как тебе? Очень вкусно. Очень вкусно. Давай, за повара. Ваше здоровье. Это кайф, ребята. В общем, столовый лимон. Проспект Айвазовского, 2. От души рекомендуем. Ценник кайф, вкус кайф, все по кайфу.